Потерявшаяся кошка. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия. И сегодня мы продолжаем прохождение Star Stable Online с нуля по всем его заданиям. В перерывах между некоторыми сюжетками будут попадаться маленькие задания, которые мы будем выполнять. И сегодня данное задание будет связано вот с этой рыжей потеряшкой, которая прибежала ко мне в Мурунде. Давайте же начнем и узнаем, откуда эта крошка. К тебе приближается рыжая полосатая кошка. Она жалобно мяукает и выглядит напуганной. Кажется, она потерялась. К ее ошейнику что-то привязано. Нужно посмотреть поближе. Погладь кошку. Какой-то сломанный текст. Приглядевшись, ты видишь маленькую записку, прикрепленную к ошейнику кошки. На ней написано: «Меня зовут Дори, верните меня в Форт Пинто, чтобы моя хозяйка не волновалась». Содержание записки понятно. Пора вернуть Дори и ее хозяйке в Форт Пинто. Верни кошку ее хозяйке. Нужно просто отправиться в Форт Пинто и доставить кошку ее хозяйке. Я бы могла воспользоваться коневозкой, но Форт Пинто не так далеко, так что можно и добежать своим ходом. Хозяйка сидит около парикмахерской. Поверить не могу, ты ее нашла. Моя маленькая дура, я так по тебе скучала. Большое спасибо, что вернула ее. А что касается тебя? Даже не думай, что я еще раз позволю тебе ускользнуть, маленькая хитрюга. Принимает очаровательную позу. Ха-ха, я не могу от тебя долго злиться. Только посмотри на нее. Она такая милашка, да? Верно, она такая милашка. Согласна, она просто чудо. Нет, вы самые чудесные и милые, и я люблю вас всех одинаково. Ха-ха, ох уж эти кошки. Когда-нибудь задумала завести себе котика? Девчонкам из зоомагазина сегодня утром привезли новых прелестных кошечек. Они ждут любящих хозяев, которые подарят им дом. Если бы я могла, я бы забрала их всех себе. Может, еще одного? Это задание было выпущено специально для того, чтобы вы знали о возможности приобретения точно таких же кошечек в данном зоомагазине. Но здесь не все раскраски. Приветик, ты хочешь приобрести сумку? Тогда ты пришла в правильное место. Добро пожаловать в зоомагазин и магазин сумок Форт Пинто.
почему мы продаем одновременно и животных, и сумки, но это знают все. Для скачущего всадника животное должно сидеть в сумке у седла, а то куда же ты посадишь свою зверюшку? Итак, здесь у меня ты сможешь найти красивейшие сумки во всем Юрвике и у моего коллеги позади меня. Ты сможешь найти все виды зверюшек. Знаешь что? Иди к ней и скажи привет. Скажи, что ты почетный клиент, и ты получишь одну сумку бесплатно. Поговорив с владельцем зоомагазина Фортипинта, нам выдадут нашу первую бесплатную сумку. Привет, привет. Ага, ты говоришь, что ты почетный клиент? Пожалуйста, вот тебе сумка, куда ты можешь посадить свою зверюшку. Это не самая красивая сумка в мире, но мой коллега продает другие дизайнерские сумки, если ты захочешь что-нибудь эксклюзивное. Ну а сейчас зверюшки. Видишь, какие они хорошенькие? Они мечтают о новых друзьях, которые смогут позаботиться о них. Тебе нравится кто-нибудь из них? Поговори со мной опять, если ты захочешь купить какой-нибудь из них. Не забудь, что они должны сидеть в сумке, а то им будет скучно и они не будут показываться. После этого у нас открывается магазинчик сумок Фортипинта и зоомагазин с животными. На данный момент в зоомагазине продаются животные. Это гермес, сорока, два кролика, три кошки и три терьера, то бишь три собачки. Ну и та самая бесплатная сумка на тот случай, если ты ее случайно потеряешь или продашь. В наличии есть пегий, бурый кролик, серый кролик, белая юрикская домашняя кошка, рыженькая кошка, хитрая пятнистая кошка, верный терьер, застенчивый терьер и решительный терьер. Каталог питомцев может меняться со временем обновления игры. Давай посмотрим, что на улице. Задание с сумками было сделано специально, потому что раньше здесь находился отдельный ларек с сумками. Но сейчас, насколько я понимаю, его нет. Но ты можешь посмотреть, что продается вот в этих мини-магазинчиках. Здесь есть одежда разного стиля и вида, ну и также поколения. Амуниция. И как раз здесь мы и найдем те самые сумки, которые раньше продавались отдельно. VIP-магазин мэра Пината. Здесь и одежда, и амуниция. Ну и, конечно же, ларек с вкусняшками. Но это еще не все, что связано с питомцами Фортипинта. Давай поедем к причалу. На причале ты можешь найти девочку с восклицательным знаком. Рядом с ней еще летают чайки. Я вижу, у тебя есть лошадь. Любишь лошадей? Тогда тебе точно понравятся чайки. Почему? Чайки любят приключения и умеют практически все. У них связь с хозяином, совсем как у лошадей. Сомневаешься, что из чайки получится хороший питомец? Может быть, это и правда, если речь идет об обычных чайках. Но я спас этих чаек из нефтяных пятен Джеда, им необходим хороший дом. Может быть, этот дом дашь им ты? Поговори с Селой. Посмотри, здесь много чаек, которые только и ждут, что кто-нибудь возьмет их под свое крыло. По завершении диалога нам открывается еще один ларек с питомцами. Здесь Села продает чаек по 350 старкоинцев. Нарядная чайка с бабочкой, осенняя чайка в шапочке и шарфике, а также чайка Чайковский, просто обычная чайка.
Данные питомцы могут сидеть в сумке, ну а также летать рядом с вами. На этом мини-прохождение, связанное с питомцами Форт Пинта, подошло к концу. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки и пишите комментарии, какой ваш был самый первый и самый любимый питомец в игре. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в прохождении.